Добрый вечер всем, кто, у кого отличное настроение и кто настроен на музыку! А что, тот, кто грустит, тому не добрый вечер, что ли? Нет, конечно же, добрый вечер всем, кто готов встряхнуться и зажечь сегодня не по-детски. Тем более, что до Нового года, друзья, остается сколько? 10 дней! Вы готовы репетировать новогоднюю вакханалию? Друзья, мы сегодня приготовили для вас, на самом деле, массу сюрпризов. Так что ни в коем случае не вздумайте отходить от своих телеэкранов. И если вы находитесь где-то неподалеку, то бегом к нам сюда, в торгово-развлекательный центр «Вегас». Кстати, мы немножко забыли представиться. Друзья, сегодня со мной ведут очаровательные, прекрасные, грандиозные, великолепные. Я могу... Не останавливайся. Да, да. Артем Шалимов и Ирита Че. Привет! Всем привет! И, конечно же, наш... прекрасный, чудесный, невообразимый, невероятный, мне нравится, да. Холостой девочки Грег! Ваша... Санта Грег, я бы даже его назвал. Санта, да, я отращиваю бороду, чтобы как раз... Санта. Чтобы девушки загадывали желания. Так вот, кто же сегодня поднимется на сцену легендарной партийной зоны? Итак, Эльвира Т, Саша Иванов, Алекс Малиновский, группа «Селфи», Ольга Романовская. И в конце концов вас ждет всех сюрприз, но я об этом умолчу. А прямо сейчас, здесь, на этой сцене, артист, который будет представлять нас на Евровидении 2016. Они уже сами знают. Сергей!